Так, Юпитер. Ну все, полосы вижу. Уже хорошо. Даже очень неплохо вижу их ганимед. Ты посмотри, какой у нас чётенький. Влез в кадрик. 9 июня 2020 год. Харьков, 4.02 по Киеву. Камеру не унесли. Красота. Сейчас подождем, пока в кадр влезет. Юпитер. Прям красотень. Далеко, да? Странно, почему не видно Калиста. Ганимед виден, Калиста нет. Европа нет. Ио, понятно, сейчас. За Юпитером как раз. Спряталась. Сейчас попробую резкость еще. Не, ну ладно. Ну и смотрелись мы на Юпитер. Вот она. Луна. Да, ну а Сатурна я уже даже глазами не вижу. А, ну вижу, да. Не знаю, может, на большом мониторе будет видно. Ну так я Сатурн уже не наблюдаю. А жаль. Втроем они очень классно смотрелись. Ладно, не будем портить себе нервы.
все течет, все изменяется. Ужас какая атмосфера. Гулящая. Ёлки-палки, жалко, не вижу. Как же мне по Сатурну-то прицелиться? Ну ладно, луна с Юпитером в кадре. Уже красиво. Юпитер виден прекрасно. Для Сатурна уже слишком светло, да? Ну хорошо, не буду издеваться над собой камерой. И всем остальным. Марса уже тоже не видно. Он там, но его не видать. 4.09 по Киеву. Ну что, доведусь я еще разочек на Юпитер. Наверное, буду уже отправляться домой, собираться на смену. Фокус отвратительный. Убежала, убежала. Не, что уже все. Никаких тебе полос. Никаких тебе Ганимеда.
совсем все замылилось. То ли уже дымка. То ли уже слишком светло. Ну, какие-то там намеки на полосы совсем уже. Условно. Да, это уже не то. А вон Ганимед, я вижу Ганимед. И полосы, ну чуть-чуть. Ладушки. До следующих съемок. Пора на работу. Ох, что у нас, птицы. И так всю ночь тут проторчал. Боже, как атмосфера гуляет, корову. Луна Эппу. Эпловская луна. Со скромно отгрызенным кусочком. Кто-то откусил от дамового яблока. Ладушки.